Каникулы с пользой. В Ивановском химико-технологическом университете уже в 10-й раз проходит летняя школа юных химиков. 40 ребят посещают лекции, практические занятия и даже уроки на свежем воздухе, чтобы стать ближе к загадкам окружающего мира. Мне очень с детства нравится химия, очень интересная наука. Я ее люблю и как школьный предмет, и как время свободного препровождения. Ни одна тема не останется непонятой. На каждый вопрос ребят найдется ответ. Цель летней школы – приобщить детей к занятию серьезной научно-исследовательской деятельностью, дать им знания, которые выходят за рамки школьной программы. Вообще, мне и в школе нравилась химия, но вот здесь я увидела именно другую химию, профессиональную. То есть в школе нам давали довольно, как бы, знания широкие, но они не были как-то направлены, то есть это в основном общие какие-то знания, которые, ну, мало чем помогут. А здесь я приобрела какие-то знания или даже умения, которые мне помогут в будущей профессии. Школа начала работу 23 июля, завершится она 10 августа. За 3 недели ребята не только усовершенствуют знания по химии, но и сделают собственные исследования под руководством сотрудников ИГХТУ и Института химии растворов Российской академии наук. Круг тем для изучения уже обозначен, и все они входят в перспективный план исследований, которые ведет университет. Один из примеров – это получение новых магнитоуправляемых катализаторов. Это вещества, которые ускоряют химические реакции. Они представляют из себя маленькие частички, маленькие гранулы. И большая проблема – это как их ввести в систему и как их потом вывести из реакционной системы. Соответственно, добавление туда магнитных частиц в этот катализатор позволит управлять непосредственно с помощью простого магнита их вводить, выводить. То есть очень и экономически целесообразно, и целесообразно с точки зрения просто удобства использования. Что интересно, вот эта тематика, которую будут разрабатывать ребята, она является частью проекта Российского научного фонда, который буквально в этом году получил финансовую поддержку. Желающих заниматься в летней школе оказалось гораздо больше, чем предусмотрено мест. Это не только ребята из Иваново и области, но даже школьники из соседних регионов. Определяющим оказалось содержание эссе, в котором каждый участник изложил, что ждет от школы юных химиков и чему хочет научиться. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.